Всем здрасте! Приветствую на другой жизни. Утро начинается, лес зовет. Очередные выходные. Суббота, ноябрь, холодно. 1 градус тепла на улице. Ну, не холодно, прохладно, да, снега нет. Чего нет, поля пашутся, вон проезжали сейчас пашни. Еще до сих пор. Собираемся исследовать старые, очень старые овраги. Любим ходить по оврагам, по краям этих оврагов. Но одна задача у нас сегодня — до этих оврагов дойти. Проехать туда не получится. Впереди лес. И леса где-то 900 метров, наверное, до оврага. Непонятно по спутниковым снимкам, что там за лес. Ну, вроде не совсем молодняк, но бывает такое, что приходишь, вроде как по карте, по спутникам, вроде как бы, ну, нормальный такой, крупный, а приходишь, а там такой бурелом, что ноги все переломаешь. Вот. Будем сейчас пробовать пробиться. Ну, соответственно, проверять, ну, само направление будем проверять, потому что это направление пересекает старые дороги, там перекресток где-то 300 метров отсюда от леса. Здесь ямки есть, это край поля, мы приехали. Вот она пашня, роллы коровьи лежат, ну, стога вот эти свернуты. Вот. Здесь, понятное дело, ямки есть, здесь от Москвы рукой подать. Вот, сегодня мы здесь. Не переключайтесь, смотрите, что получится. Погуляйте с нами. Мы будем рады вам все показать. Пошли. Так, друзья, вот такой замечательный лес. Изумительный вообще. Завалов нет, ничего нет. Первый сигнал. Такой непробочный. Пытаемся достать. Сейчас, подождите секундочку. Сейчас ухи одену. Отключать это все. Не быстро, не просто, чем, ой, блин, как поет. Интересно, давайте пениться. Сейчас посмотрим, что из этого получится. Да, да, монетка, монеточка, а сохран мне, вот больше интересен, конечно, сохран. Что-нибудь видно? Хрена не видно. Воду в кармане. Надо мыть. Давай я камеру возьму, а ты мой. Оп. Нет, тут не стоит. Обязательно вот это надо сказать, чтобы я вырезал, да? Угу. Так, отмываем первую находочку. Посмотрим, что за сохран. Лошадка. Катя, что ли? Лиза. Лиза? Убитая, скорее всего. Ну, рельефчик виден. Ну, хоть чуть-чуть. А из-за этого обычно убитая. Двушка, похоже. Нет, это копейка по размеру. Копейка? А, слушайте, может быть, отойдет, ребят. Это надо... Удивление. Андрюхину жидкость. Здесь непонятно очень, видите, сильный нарост. Ну что, с почином, дорогие друзья. Сейчас вам лес покажу. Посмотрите, прям... Сказочный такой. Деревца стоят такой хороший, мне нравится. Такая замечательная штука. Скажи людям привет. Привет. Ау. Так. Ладно, идем. 150 метров будет перекресток. Там больше ничего нет? А я не знаю, надо проверять. Сейчас. Прошли 200 метров оттуда. Нам еще 500 метров, наверное, до оврага в ту сторону. Фу. Какую? Туда. Ну, я туда их примерно и показываю. Смотрите, какая. Сростка. Ели. Или сосен? Кто это? Сосны. Или ели? Нет, сосны. 3 штуки. 1, 2, 3. Одна сломанная. А нет, не сломанная.
кто и не сосна вовсе. Так, ладно, это я к чему? Это я не к чему. Сигнальчик у нас прозвенел. Советский. Советский, где она? Вот она. Где? Вот она. А, вижу. Сейчас покажу. Вот она. Извлекаем. Что-то крупная, что ли? Поздняя, скорее всего, да? Поздняя, поздняя. Похоже на позднюю. Да. Это после 61-й год. Ага. Она так извинела. 20 копеек 61-го года. Покажу. Ну, вот так они... А, была беленькая. Была когда-то. Когда-то. Теперь она вот такая. Ладно, в копилочку забираем все равно. Оно дело такое. Ой, господи, а какая она что-то вся в рытвинках-то. Ну вот, здесь все-таки суглинок. А что, Елизавету-то посмотрим еще. Елизавету лучше сохранить. Лучше. Вот, такая монеточка. Так, мы сейчас двигаем в ту сторону, как я и сказал. Здорово. У нас сигнал прикольный был. Клопы задолбали. Да, клопов много воняет. Короче говоря, подковка такая, к сожалению, сломанная. 300 метров прямо. И будем на месте. Решили попить чаю. Дошли мы до оврага первого. Вот так вот он из себя выглядит. Естественно, он заваленный, но краями где-то можно ходить. Здесь такая полоса идет. Подковки кусок. Ну, да, почти целая. Вот, и монетка. Но советик. Но 55-го. Да, и 55-го годика. Ну, в 55-м годике тоже на лошадях-то ездили. Поэтому удивляться-то не приходится. В копилочку забираем. Нам, по идее, вот в ту сторону бы. Но пока непонятно. Как бы нам не хотелось дойти до того дальнего оврага, мы по времени не успеваем. К сожалению, ноябрьские дни очень короткие. Перешли через овраг, идем его другой стороной, ну чуть-чуть. В стороне вот такая вот находочка. Сейчас извлечем. Очень похоже на сережку. А что похоже? Это сережка и есть. Серебряная. Советская. Интересно, что за сережка. Может вообще бижутерия? Да нет, серебро. Ух ты, елки-палки. Целенькая. Целенькая. Пробу только не вижу. Не, ну это серебро, это уж как пить дать. Ну да, целенькая. У какой-то грибницы свалилось сухо. Слушай, симпатичная. В цару найти такую. Вообще замечательный, ну, комплект бы был. Смотрите, какая прикольная. Все равно не часто попадается. Да не, ну по две-то вряд ли теряли. Не, ну смешно. То есть только она упала здесь, буксовала лицом. Ну это серебро, только проб чуть не видно. Мы потом поищем. Забавно. Съемки грибочков красивых. Путь мы держим. Уже темнеет понемножку. Путь мы держим на место, где мы Елизаветинскую монету нашли. Сейчас там еще покрутимся. Если ничего не будет, то уже все тогда, к сожалению. Ой, какой пушистый. Кто? Пень. Пень? Вот так вот всякие заставки на канал делаются. А потом вырезаются. Вообще, на самом деле, не только с телефона, еще камеру с собой таскаем, зеркалку. Но не всегда. Потому что это такой груз, что обалдеть можно. Ну да. Самолетик. А сами знаете, особенно кто турист,
что лишние 100-200 грамм в рюкзаке очень ощущаются после... Там килограмм. Да, там какие килограмм? Там килограмм 2,5 со стеклом. Вот. Вот туда нам. Ну, идти. Он вообще офигительный. Ну, мохнатый, да, дружок, пирожок. А эти засохли. Угу. А эти прямо. А эти бери и ешь. Ноябрь. Тесно, они съедобные? Да. Судя по всему, да. Давай попробуем. Да иди ты нафиг. Я сказала, судя по всему, но... Пока пойдем к машине, встретим несколько эпох. Наполеона. Кого еще встретим? Она, кстати, простуженная опять. Вот. Встретим Наполеона, Кутузова обязательно, Петра Первого, может быть, Ивана Грозного, если повезет. Смотри, сколько съесть. Когда они всей толпой за грибами ходят. Да. Смотри, сколько съесть. Если целиком эту охапочку, то, я думаю, много кого встретим. Прикольно. Да, я думаю, то мы встретим даже Нерона. Короче, это... От безделья начинается словесный этот. Понос. Да. Какую-нибудь Агриппу. Короче, двигаем. Туда. Туда. Слушайте звук. Ну, понятно. А здесь же где-то по железной дороге ветка. Ну, на железную дорогу не похож, как будто где-то какой-то тревожный этот. Далеко. Короче, вот здесь где-то мы грибы только что снимали, где-то вот за этими кустами. Где-то там. А, или вот там. Черт тебя знает. Короче говоря... Монетка сегодня нечасто. Где она? Что-то я не вижу. Вон. А, вижу. Советик, скорее всего. Ну а что может звонить 12-м сигналом? Да. Поздний совет. Может, ходячка. Хотя здесь мы ходячка. Не, рамка. Рамочник? Дети. Ну, сегодня рамочников еще не было. И очень приличным сохрани. Ну, здесь грунт-то неплохой. 55-й год. Опять 55-й. Ну уж кто же 55-го была? Да? Или 56-й, не понял. Давай посмотрим. Какие забавные. Вроде бы хочется 56-й. Еще походить. Да, сейчас пах и стемнеет. Да, кстати, сафранчик. 56-й. Да. Неплохой. 56-й годик. СССР. СССР. СССР отправляется в домик. Домик закрывается, отправляется в карман. Открыл коробочку, достал кошелечек, закрыл коробочку. Как там было-то, я уж не помню. Открыл редикюльчик. Какой редикюльчик? Сумочку. Туда нам. Идем к машине, заглянули в посадочки сюда. Ну, здесь, конечно, мусору, мягко говоря. Вот тут народ же, мусор. Да, нифига не вижу. Ну, вон она. Вон она лежит. А, сейчас покажу. И выскочил тут монетку. Вон она. Сейчас достанем. Вы чего отвлекаетесь от монетки? Ой, господи. Да, немного сегодня находок, но есть. Не пустые. Не, ну это поздняя. Что она такая красная? Так, вопрос. Это копейка вообще. Копейка. Ну, кто будет звенеть толстой фольгой? А что она красная? Фиг знает. А они поздние вообще? А, поздние, совсем поздние. Я же сказала, поздние, совсем поздние. Ой, беда. 70-го года. Обалдеть. Похоже. О, телефон у меня. Ладно, включаем. Отключаемся, да. Что же это свистит там? Короче говоря, по телефону я поговорил, ямочку прозвонили, и еще монетка. Дедушка нас земляной не забывает нас. Угу. Хотя бы чего-то дает. Ну, это тоже позднее. 72-й год. Ё-моё. 72-й. Я же смотрела. Ну, ладно. Мочу. Второй, значит, второй, бог с ним. Ну, он 72-й. Так, идем к машинке. Итак. Находили сегодня, в итоге посмотрел я по навигатору, 6 километров протопали мы лесами, полями. Охотчики видели. Вот так вот. Ну не пустые, хорошо. Воздухом подышали, птичек послушали. Грибочки галлюциногенные поснимали. Шучу. Следующие выходные, скорее всего, двинем уезд Ярославский.
там еще много незаконченных в этом, до Нового года нам места нужно посмотреть некоторые, короче, незаконченные дела в этом году. Вот, так что как-то так. Спасибо, что с нами погуляли, подышали воздухом, послушали пение птиц. Красота. Спасибо, что смотрите. Спасибо, что комментируете. Скорее всего, как-нибудь надо будет... Много вопросов в комментариях задают. Будет выписать интересные вопросы, которые, ну, такие. Вот, и я поотвечаю на них. Может быть, отдельным роликом сниму, может быть, в каком-то из наших кинофильмов. Посмотрим. Как вы думаете, напишите в комментариях, отвечать мне в комментариях на комментарии или не отвечать? Да я думаю, что отвечать. Много таких людей, которые спрашивают, которые до конца не знают какие-то вещи. Вот, объясним, все покажем. Ладно, что-то я сегодня разболтался. Спасибо, что ходили. Всем здоровья и пока.